Нет идей для обеда или ужина? Тогда обратите внимание на этот рецепт. Привычные ингредиенты, несложный процесс и обалденный результат. И взрослым, и детям блюдо наверняка придется по вкусу. Перед вами интересная идея, как приготовить макароны с фрикадельками в сливочном соусе Альфредо. Впрочем, вы всегда можете использовать томатный соус, например. Нежные фрикадельки и макарошки – это всегда беспроигрышный вариант, согласны? С помощью пошаговой инструкции с рецептом справится каждый. 1. Для начала займемся фрикадельками. В глубокой мисочке соедините фарш, молоко, панировочные сухари, чеснок, тертый пармезан, специи, соль, перец и яйцо. Все тщательно перемешайте. 2. Сформируйте из полученного фарша фрикадельки. Выложите их на противень. 3. Присыпьте сверху мукой. 4. После аккуратно просейте излишки муки. 5. Выложите фрикадельки на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяной корочки. 6. Для приготовления соуса соедините крем-сыр, тертый пармезан, сливки, сливочное масло, измельченный чеснок. 7. Все аккуратно перемешайте и томите на среднем огне, пока соус не станет однородным. Параллельно в подсоленной воде отварите макароны. 8. Выложите в соус обжаренные фрикадельки и макароны. 9. Аккуратно перемешайте и через минуту можно подавать к столу. Приятного аппетита!